You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a ballast. Kilo with a coca boy named a Holly Ballast. Yo, pulse up, motherfuckers. Yo, ребят, ну это, по-моему, было вообще слишком, да? В общем, этот влог будет очень сумбурным, из разных частей, но он получился смешной, реально. Да, и по поводу камеры. Сори, что меня не видно. Камера, вот когда будет влог из тачки, камера там, ребят, просто ужасная, но вы меня извините, потому что мы сейчас работаем над тем, чтобы купить новую камеру, да? Там иногда бывает очень хуевое изображение, но I'm sorry. Сейчас я вложу на айфончик, а камера у меня, конечно, подводит жесть. Упс. Я сейчас делаю себе смузи, не смузи, да? Скоро сейчас уже влог начнется. Просто я хочу с вами немножко поболтать, не против. Что я хотел сказать-то? А, я ходил на Суперсемейку 2. Ребятки, это очень круто. Я думал, что они испортят. Ну, блять. Но, ребят, у них получилось просто бомба. Мне очень сильно понравилось. Ничуть не хуже, чем первая часть. Очень весело. Ну, прям... Может быть, это потому, что один из моих любимых мультиков детства был, конечно. Но, ребят, я думаю, всем понравится, абсолютно всем. Я ходил с братом, а брат у меня тоже ржал вообще знатненько. Если вам нравилась первая часть Суперсемейки, нужно идти на вторую. По-любому вообще, по-любому. Кстати, ребят, видели, что у меня случилось один раз с шейкером? Если вы не подписаны на мой инстаграм, то, скорее всего, вы это пропустили. Ладно, ребятки, сейчас уже начнется влог, так что... Бля... Элис, пошли гулять. Йоу, ребятки, смотрите, как надо носить конверсы. Бэм, don't give a fuck. Оу, yeah. Йо, мой босс, я сейчас кепочки, потому что моя прическа полный пиздец. Ну, вам вообще похуй. Anyway, я сейчас еще выгуливаю собаку около школы. Антизакон. Нарушаем законы, нарушаем границы, эй. Мне еще все так стрёмно снимать, так неловко снимать влоги, fuck this shit. Она вообще себя так странно ведет, ребят. В общем, у меня уехала мама, попросила меня выгуливать ее. Вот, она так нервно все делает, конечно. Это девочка? Да. Вот видно по плечу. Да. Нежная такая, у нее похожа. Ага. Короче, моя собака реально очень красивая, ну как моя мамина. Красотка, а ты молодец. 8 сейчас, пока родители уехали, я ее выгуливаю. Она каждый день какает. Я не подбираю какашки, потому что мне так это впадло делать. Шучу, я их всегда поднимаю. Фак, что-то не так с этим светом. Я нахожусь в стрессе, у меня сейчас защита. Я думаю, почему это вообще не заснять? Я через 10 лет буду смотреть и думать, блядь. Ты волновалась насчет защиты. Короче, anyway, у меня сейчас будет защитка. Можно я сделаю свет поярче как-нибудь, пожалуйста? Oh, shit. Короче, да, ребятки, у меня сегодня будет защита. И я думаю, почему бы это не снять? Потому что это прикольно, yes. В общем, вот я уже опаздываю немножко. Короче, просто захотел снять вот именно этот момент перед защиткой, после защитки и так далее. Я думаю, это будет очень весело мне пересматривать. Never mind. Я весь напереживался, потому что половину диплома не знаю, на самом деле. Хотя писал все сам, ну, кроме первой части, окей. Фак. Короче, ребятки, все, я побежал. Я особо не любитель классики, конечно. Ну, you know how we roll. Я надеюсь, девчонки в комиссии сделают вот так.
И все, и у меня будет защита. Я очень надеюсь на это. Моя комната — это просто пиздец, ребят. Боже мой. Оу, е, бич, фак е. Ребят, это полный пиздец, у меня такого никогда не было. Чисто, знаете, этот научный беспорядок, или как это называется, типа, беспорядок вот этот, специальный. Короче, похуй. Творческий беспорядок. Все, ребятки, я полетел, мы реально уже опасны, фак. Я сейчас на пиздецком очке. Знаете, о чем я думал? Что будет весело очень, если я сейчас еще и в ДТП в какой-нибудь нахуй попаду. Ну, просто так. Случайно, не случайно, неважно. Если я сейчас попаду в ДТП и просто не поеду на защиту, блядь, я все прокляну вообще. Это, конечно, ну, шанс того, что я попаду в ДТП, его, ну, почти нет, он минимальный. Но, представляете, вы просто едете на защиту диплома и в ДТП попадаете. Или вам сейчас в жопу кто-нибудь прилетит, и все, и вы такие, типа, бля. Ну, и конец. Ну, боже, блядь. Пора поискать что-нибудь в мусорке. Камон, Женя! Камон! А! Соберись, все будет хорошо, Жень, да? Короче, ребят, надеюсь, в ДТП я не попаду. А прикиньте, кто-нибудь в вас прям едет, это же полный пиздец. То есть вот меня сейчас в жопу кто-нибудь едет, я уеду с ДТП. Я скажу, братан, не переживай, все будет нормально. Я не знаю, я не буду оставаться, если на меня кто-то врежется. Ребят, нужно сегодня защититься. Я не знаю, может какую-нибудь музыку вообще включить, а? Чтобы расслабиться, правильно? А то я сейчас, мои мысли меня съедят вообще. Короче, ребят, я не знаю, у кого как. Когда большой стресс у меня потеет реально задница, мой пояс. Моя попка немножко потеет. Ребят, один раз на экзамене у меня тогда были такие, знаете, очень тонкие, из такого лоск. Нет, не лоск. В общем, у меня спотела задница, и у меня прямо был след на жопе такой мощный. Ну, как всегда у нас в России, никто об этом не сказал, кроме одного человека. Я уже проходил полдня, блядь, с этой задницей. Это был, конечно, полный пи***. Сейчас на этих брюках вроде такого нет. Не знаю, может быть, что-то будет тоже интересненькое. Может быть, не пот у меня вылезет, а что-нибудь более крутое. Ребятки, удачи мне, я побежал. Let's go. Пожалуйста, следующий водитель. Post up, motherfuckers! Damn, what's up, what's up? Oh my god, он такой секси. Хорошо выглядите. Представьте вашу работу, пожалуйста. Окей, no problem. Ребятки, вот, в общем, моя работа. Мой диплом. Моя выпускная квалификационная работа. Here you go. Так, я ознакомлюсь. Девчонки, вы тоже можете ознакомиться. Ну, да ладно, мы постоим просто так. О май гад, он нормальный пацанчик. Фак е, ну что, рассказывай, как делишки, мой бой? Йо, ребятки, вы можете задавать мне вопросы по моей выпускной коллекционной работе. Я, если что, как бы, ну, все шарю там. Alright, alright. Ну, в общем-то, больших недочетов нет. Слово за дамами. Девушки? Нормальный дипломщик. Неплохо, неплохо, молодец, ты сдал. Конечно, сдал, мой бой, поздравляю тебя. Не нервничайте так. О, знаете, после вас осталось всего 2 человечка. В общем, позвоните мне. Alright, baby, see ya. Yes! Woo! Let's go, my boys! Yeah! Диплом у меня в кармане. Что, диплом? Жека, что? Да, Жека. Fuck all this shit. Я очень рад, что это все закончилось, ребят. Fuck. Все закончилось. I'm so fucking happy. Музыка. Let's go. Black on. Black on. I'm coming forward like a NASCAR. Drop top. Let's pull up on you. Let a map out. The hoodies are the brother got cow. I got rocking with me. We be hiding out. New whip. New chin. Last shots. Blacks. Black tops. Dreadlocks. Hot. Loving is easy. Used to be so. Короче, это было слишком легко. Слишком легко, for your boy. Слишком легко, ребят. Пришел, увидел, победил, забрал. Вопросы, дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы, это было, конечно, ребят, страшно. Всем, кому это предстоит, стресс есть. Если вы, блядь, не дебил, вам, ну, понятно, что будет страшновато, надо идти. Но, ребятки, камон, после этого вас отпускают. Понимаете, что
Блять. После этого такое облегчение. Точнее, нет. Вот я еще не облегчился. Я ничего не понимаю. Понимаете, 15 лет обучения, 11 лет школы, еще 4 года универа. Это, конечно, супер пиздец. О, это мои друзья. Ха-ха! Засранцы нахрен, а! Саня! Мы сдали! А? Мы сдали! Да! Это вас, вонючий, да? Ребят, короче, мы все веселые, мы все радуемся. You already know what's up. You took the midnight train going anywhere. Cheap perfume. Меня было не видно все это время. Я извиняюсь. И еще я молюсь просто. Молюсь, чтобы был звук. Потому что иногда эта камера отказывается записывать звук. И тогда наступает очень грустный момент. Увидимся в следующем отрывочке каком-нибудь. Окей? Короче, у меня приехал брат с Турции. Смотри, как он черный. Это просто жесть. Что с тобой случилось? Да я так. Капец. Ты вообще черный, реально. Йо! Ну и что теперь делать мы будем? Я вот, например, больше не учусь. А тебе еще сколько лет? Да ну ты. Сколько тебе еще лет? Мне еще до 11 класса и потом еще 4. Ну, удачи. Удачи, а я все закончу. Вообще. Hi, bitches. В общем, ребятки, как видели, у меня такой хаос стоял в квартире из-за того, что был диплом. Вот это все у меня накопилось, ребятки. Вот эти все хуйни. И теперь это все мне можно собрать и выкинуть, ребят. А, это такой кайф. Fuck it, shit, bitch. Мой пакет. Как я выгляжу? Эй. Сейчас я этим и займусь, ребят. Кстати, еще наш выиграли футбол 5-0. Что? Как? Пас у всей компа скреби. Ребят, я не могу поверить, что 15 лет обучения наконец-таки закончены, bitch. Ребят. О, щит. Ребят, может для вас этот момент ничего не значит, но я буду запечатлять всю свою жизнь. Мне это нравится. Я это потом буду вспоминать, смотреть. Шикарно. О, какое чувство облегчения. Боже мой, ребят. Fucking shit. Короче, грубо говоря, ребятки, все наше образование fucked up абсолютный. Но все почему-то идут в универ, потому что так надо, потому что так делают все. Таким оказался и я. У-ху, yes, я сдал диплом, yes. Что теперь? Ого. Короче, мой бойс, это был долгий путь, но он закончен. Ай. Желаю, чтобы у вас тоже все получилось с экзаменами, с зачетами, вся вот эта байда, да. Все прошло, чтобы вы все сдали. Yes, yes. Let's go, my boys. Yeah. I've been running, gotta take me back. I got hundreds on my neck and I got shoes on my ass. Niggas.